Две южносахалинки рискуют расстаться со свободой из-за наркотиков. Их подозревают в незаконном сбыте синтетики. Сотрудники УКОН установили, что 26-летняя девушка сбывала запрещенные вещества через интернет-магазин. После она предложила подзаработать и 22-летней знакомой. Вместе они забирали партии из мест закладок и расфасовывали разовыми дозами по тайникам. Координировали процесс кураторы в мессенджерах. Получив очередное руководство к действию, девушки забрали партию наркотика, часть разложили по тайникам, а другую изъяли полицейские. Масса 20 сверстков составила более 12 граммов. При личном досмотре нашли еще почти 15. Сейчас одна обвиняемая под домашним арестом, другая под подпиской о невыезде.